Сегодня в России много говорят об этой военной операции. Вот если бы мы туда не зашли 24-го, то 25-го, то, что вы видите в Мариуполе, было бы в ваших городах. Они готовили суррогатную бомбу, готовую взлететь и разбить ее над Ростовом. Просто Украина – это территория, выбранная НАТО для сведения счетов с Россией. И украинский народ здесь ни при чем. Это хороший, трудолюбивый народ. Уверяю вас, я этот народ поменял свое мнение к нему. Они умеют воевать, но они воюют не сами. Воюют наркотики, воюют их хозяева. Но нам нужно время, поэтому я хочу вас успокоить. В России непобедимо. Вот. Поэтому сегодня успокаивайте всех. Ну да, это необходимо, да. Это наш президент, наша страна, наша Родина, и мы должны ее защитить. И поэтому вот от вас сегодня здесь, кто находится, спокойствие и объясняйте другим людям. Скажите им так: ангел вам сказал, что все нормально.